Noi siamo quasi tornati a casa, siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie, ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini e tutto il popolo ucraino, il grande popolo orgoglioso ucraino, sarà libero come noi. Stop alla guerra subito. Мы сейчас возвращаемся домой и можем обнимать всех наших близких. И, конечно, для нас это хорошо, но на самом деле у нас огромная боль, потому что мы приехали, и там есть наши друзья, наши украинские игроки и наши украинские друзья, которые живут в очень трудный момент, до сих пор есть война. И мы не будем рады до такого момента, когда война будет прекращаться. Поэтому обнимаем всех и слава Украине!